Как убрать USB PCI, который подключен в этот самый слот с обратной стороны системного блока, где мы подключаем USB устройство в этот самый разъем? Как снять данное устройство с компьютера? Снимаем боковую крышку, откручиваем два болтика и извлекаем боковую крышку. USB карта подключена в разъем PCI. У вас может быть разъем PCI Express X1. У меня это старый разъем PCI. Просто так вы выдернуть его не сможете, потому что здесь у нас зафиксировано. Нужно снять эту самую боковую крышку, чтобы извлечь. А здесь также прикручена эта самая карта, чтобы не выпал со своего слота. Теперь можем извлечь эту карту. Карта извлечена. Боковую заглушку возвращаем на место.